Детей из красноярских детсадов будут отчислять за непосещение. Поводом для этого может стать частое отсутствие ребенка без уважительной причины. На освободившееся место будет сразу взят другой малыш. В каждом учреждении норма пропусков будет разрабатываться совместно с родителями и наблюдательными советами. Если ребенок отчислен за низкую посещаемость, то для восстановления в очереди мамам и папам придется писать новое заявление. В городском управлении образования пояснили, такие изменения были вызваны тем, что некоторые дети не ходят в дошкольные учреждения, хотя и числятся там. Еще одно изменение касается срока на рассмотрение предложенного детского сада. Он ограничен 5 днями. Если в течение этого времени мама и папа не дадут подтверждения, откажутся отправить малыша в частный сад по госпрограмме или получить компенсацию, то ребенок снова вернется в очередь до апреля следующего года. Также в соответствии с новыми поправками дети будут распределяться по дошкольным учреждениям не по географическому принципу, а исходя из наличия свободных мест. Здесь важно не только внести эти изменения, а важно еще и не нарушить процедуры их внесения. В этом смысле точно понимая, что их необходимо согласовать с родителями. Потому что, смотрите, не только вносятся изменения в эти правила, но еще и вносятся изменения в образовательный договор с родителями. Что это означает? Что, во-первых, должны быть изменены все заключенные на сегодняшний день образовательные договоры. И, соответственно, когда заключается новый договор, там уже будет запись.